Здравствуйте, Владимир Владимирович. Просим помощи. Я обманутый дольщик. 2,5 года жду свою квартиру. Ожидание это, оно утомляет. В результате 2,5 года стоят дома без крыши. Вот все, что сделано, вот это сейчас питается влагой, отсюда будет грибок и все остальные проблемы. За что мы отдали деньги? Вода ржавая, подъезда нет. Некомфортные условия вообще ни для детей, ни для взрослых. Все квартиры проданы. Нету ни одной квартиры на продажу, которая числилась бы за застройщиком. Куда делись деньги у застройщика в результате? Стройка вот какая, уже сколько лет. Во многих домах течет крыша. Мы обращались в управляющую компанию. К застройщику мы не обратились, так как юридического адреса уже не существует. Но вот до сих пор не реконструировали, получается, крышу. В наших квартирах протекают стены. За счет этого испорчен ремонт. Нужно делать следующий, но пока мы его не делаем, так как стена мокрая. На данный момент на территории городка отсутствуют подъездные пути. Также со стройплощадок недостроенных домов на территории нашего жилого комплекса вывозятся стройматериалы. Это плиты для въезда на территорию, это тротуарная плитка, которая не была доложена застройщикам. Она вся была вывезена даже уже с территории достроенных домов. Мой супруг инвалид второй группы. Я хочу обратить внимание, заснимите, вот здесь он упал, неся мусор, сломал ногу и до сих пор вот со здоровьем у него не может наладиться. А к самой мусорке не может подъехать даже мусоровоз. Также недоделана детская игровая площадка. У нас дети не могут полноценно играть и пользоваться. И это опасно для детей, так как торчат штыри, а на них нет каруселей. Благодаря Алексину и благодаря Бондаренко, которому непонятно вообще по какой сделке им передали все вот эти дома, я являюсь обманутым дольщиком уже второй год. Я без определенного места жительства не могу ребенка оформить в детский сад, потому что Алексин и Бондаренко не достроили наши дома и меня признали обманутым дольщиком. У нас очень плохое давление с водой в поселке Невская, это Гурьевский район Калининградской области. Также у них устарели все коммуникации в водоканале. Вода из кранов течет ржавая, она не соответствует никаким нормам и требованиям государства. Мы пользуемся этой водой, купаем в них своих детей, должны пить эту воду. Мы вынуждены за свой счет ставить дорогостоящие фильтра и насосы на дома, чтобы полноценно пользоваться водой, за которую мы платим. Также управляющая компания не занимается благоустройством нашего жилого комплекса. Вот. Мы не можем от управляющей компании добиться даже нормальной уборки подъездов. Они не хотят сюда ехать, не хотят заниматься нашим жилым комплексом, так как он недостроен. За свет до сих пор перечисляются на имя Алексина Владимира Ивановича. Это его компания ООО «Ситистройкомфорт». Через управляющую компанию по нашим квитанциям, которые приходят за оплату электроэнергии, все направляется на счет застройщика. Почему-то, хотя дом уже давно сдан и полностью в собственности жильцов. Уважаемый Владимир Владимирович, мы массово обращаемся во все инстанции города Калининграда, Калининградской области. Были и на встречах индивидуальных с представителями власти, и никакой реакции, к сожалению, нет. Застройщик продолжает строить дома в Калининградской области, а нас оставил без условий для жизни нормальных. На территории жилого комплекса «Невская» застраивается новый дом. А застройщиком мы не знакомы, мы не знаем о его планах. Обычно на заборах вывешивается какой-то план застройки. В этом случае этого нет, и мы не знаем, как будет выглядеть дальше наш жилой комплекс. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что, в принципе, эта вся земля одно время, 2 года пустовала, а потом каким-то образом была продана. Вот как это произошло? Непонятно. И наша местная власть не занимается тем, чтобы уточнить такие вещи. Просим разобраться и дать какой-то ответ.